Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется защита велосипеда от воровства и краж от немецкой компании. Данная защита производства немецкой компании «Абус». Модель называется защиты «Бордо 6000 Аларм». Степень 10. По шкале 15 это десятка, одна из самых высоких степеней защиты. Характерность этого замка, то что у него есть, во-первых, зуммер, который сигнализирует, что кто-то пытается взломать замок. Это мы вам показываем. Высота частот 100 дБ. Также говорится в инструкции о том, что данный замок прошел тест на прочность при изменении среды путем налития азота. То есть жидким азотом лили данный замок, и от холода он не изменил своей структуры, не потерял прочности и надежности. Это говорит о высокой степени производства в Германии. Ну, это краткое описание, а в детальном осмотре, как он работает и как им управлять, мы вам сейчас покажем на примере. Вот замок находится в таком чехле. У него есть два ключа, как мы видим, у каждого, и код этих ключей. Для того, чтобы, если необходимость будет, вы всегда смогли восстановить через наш магазин, магазин «Велавива». А мы уже будем обращаться к сервисному центру, так как мы являемся официальными дистрибьюторами. Данный замок является легким и доступным каждому велосипедисту для того, чтобы снять и поставить. Есть возможность, вы по бокам так раздвинули, и достается замок. Легко и непринужденно. Данная защита, данный чехол располагается вот здесь, на самом велосипеде. Надежно держится. Здесь специальное есть отверстие и система болтов. Сам замок, как мы видим, легко держим в руках и переключаем, включаем с помощью ключа. Вот мы его открыли. У замка, как мы видим, пластины идут прорезиненные, тем самым не царапается велосипед. Сталь этих пластин высокой прочности, и не происходит никаких проблем. Надежность велосипеда не падает. То есть мы берем вот этот замок таким образом и пристегиваем велосипед. Тут еще дополнительно идет какой-нибудь, как мы понимаем, стол или еще что-то. Вот мы пристегнули, и велосипед уже находится под защитой. В данной ситуации велосипед никогда не будет атакован ворами, потому что вы только что слышали сигнал о том, что стал на сигнализацию этот замок. Если вы будете оставлять велосипед где-то возле футбольной площадки или где дети играют, которые ударят случайно, то замок сыграет и однократно даст информацию о том, что-то произошло. Но это частично небольшой какой-то случай. Если кто-то еще раз подошел, ударил, то начинает работать сигнализация. Сигнализацию легко снять только при наличии ключа. Мы открываем замок, и, как вы видите, сигнализация выключается. Процесс этот очень легкий и непринужденный. Работает замок по принципу, когда он закрыт, он не работает. То есть здесь есть две шкалы, два крепежа, которые позволяют в сложенном состоянии верхнее закрывается, а когда он разложенным, то две заезжают, получается, вот эти пластины, и тогда сигнализируют замку о том, что нужно включать сигнал. Поэтому, когда мы в сложенном состоянии его ставим, то только на один заход. Ну, тем самым вы понимаете, это легко и просто. Данный замок легко ставить и снимать. У него есть система защиты высокая. Если вас заинтересовали данные замки, обращайтесь на киевский велосипедный магазин. У нас есть большая коллекция немецких замков от компании Абус. Также у нас есть в следующем обзоре, мы будем вам показывать другие замки, других степеней защиты на разные виды велосипедов. Если вас заинтересовал наш видеообзор, готовы вас всегда выслушать. Будем рады, если вы оставите отзывы.